субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода. Пройдет дождь, местами сильный. Станет прохладнее. Днем 18-21, тепло ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Ветер западный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 19 градусов, ночью 16 выше 0. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 18, ночью плюс 17 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, дождь, возможно, сильный, днем плюс 18 градусов, ночью 16 с плюсом. Западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 84%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.